Здравствуйте, дорогой зритель. Хотелось бы распаковать на всякий случай, да, то есть понимаем то, что видео надо распаковывать на камеру. Нет, не видео надо распаковывать на камеру, а снимать видео о том, как ты распаковываешь посылки. Потому что, ну, ожидать можно чего угодно абсолютно. Ну, то есть, например, если продавец считает то, что можно на посылке написать Xiaomi A2 Lite, указать все это дело в чайно цен 20 долларов, написать Xiaomi A2 Lite, да, то, ну, блин, и упаковать его просто вот в пакетик, который вот так вот изорвался, внутри может быть абсолютно что угодно. И что у нас происходит? У нас приходит посылка с панды, да, пандау. Вот, вот так вот немножечко он помялся. Но в целом все хорошо, Light Black 464. Вместе с Mi 8 и Note 6 будет на обзоре. Ну, открывать его не буду. Внутри явно телефон запаян. Все хорошо. Значит, что это у нас? Это у нас телефон стоимостью 21,99 долларов. Заявлено, опять же, продавцом. Два пакетика, это вот вам, собственно говоря, вся упаковка. В одном пакетике он, наверное, был, второй пакетик это дело упаковали. Итак, ну, тоже немножечко помялся, немножко мы поиграли в футбол. А внутри у нас Compton HT70. Интересная с ним была история. Дали мне сначала левый трек, вернее, который не бился, я что-то открыл спор, короче, ну не суть. Смысл в чем? Примерно десятку он здесь стоит, имеет 4 гига оперативки, 64 встройки, 10 тысяч миллиампер часов аккумулятор, камера 16 плюс 5, двойная камера, и вторая камера 13 мегапикселей. Ну, то есть, по идее, достаточно мощный, сильный телефон должен быть. Ну, тоже, думаю, про него обзор сделаю. Если ты про него ничего не знаешь, напиши в комментарии. Если ты про него ничего не знаешь, что-то хочешь узнать, напиши, что тебе про него рассказать. И два достаточно интересных момента, потому что, знаете, продавец как расщедрился, целую прям вот полиэтиленочку засунул. Ну, ребят, скажу честно, вещь следующую. Очень похоже на то, что все-таки это рев. Ну, это вот первый. И, собственно говоря, давайте откроем второй. Почему это похоже на рев? Не так давно тут как раз там человечек один писал, то что вот, я заказал телефон, телефон пришел, я телефон продал, чувак мне говорит, у меня там проблема с телефоном, я ему там денежку вернул, вот у него там на самом деле проблема. Значит, Redmi 5A. Январь 2018 года, выпуск 1. И январь 2018 года, выпуск второй телефон. Ну, не заводская это запайка. Ну, вот, ребят, честно скажу, не заводская запайка. Вот как выглядит заводская запайка. Видите? То есть, пленочка, все чин-чинарем. Вот так вот выглядит, не знаю, опять же, заводская запайка. То есть, вот посередине полосочка и все чин-чинарем. Вот как выглядит то, что пришло. Я думаю, собственно говоря, надо будет, наверное, сейчас это открыть, посмотреть внутри, что там изменилось, что он из себя представляет, и, возможно, открыть спор. Хотя, с другой стороны, брался он что-то там недорого, если в целом проблем нету. Он тут, видите, замяли даже вот уголочек так, что... Сейчас открыть его, не знаю как. Ну-ка. Может быть, так же его там недорого отдать, да и все. Нафиг, как бэушный. Снять с него пленку, сказать, бэушный телефон, там мало в использовании был. Идите нафиг. 2 копейки стоит, чего вы хотите. Ну, при этом, смотрите, да? Наклеечка вроде как есть на зарядочке.
Пузырей вроде как на пленке-то нету. Сделан в Индии, то есть это индийский. Модель МЦ-13Б. В общем, хрен его знает. Позже сейчас сделаю проверочку, что он там покажет, она от этого спляшем. С другой стороны, телефон есть, вроде включается. Остальное мелочи. В общем, панда вот такая, не угадаешь, могут на коробке написать много, могут написать мало, шлют просто в полиэтилене, может прийти в хлам убитая. Ну, что точно могу сказать, что в моем случае почта, видите, ничего не украла. Все дошло, несмотря на то, что там продавец по чесноку писал, что здесь лежит телефон. Ну, в общем, запустим, посмотрим, если будет какая проблема, об этом снимем. За сим все, усе, пойду, побегу. Хотя, может, индусы так запаковывают. Хрен его знает, разберемся. Давайте, до скорых встреч.